В Полевском подобные сборы проводятся впервые. Проводит тренировки заслуженный мастер спорта, старший тренер сборной России Игорь Кулбаев. Более 30 спортсменов Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского, Хабаровского и Красноярского краев готовятся к главному старту сезона чемпионату России. Компания подобралась весьма солидно, и настрой у ребят на удачное выступление на грядущем чемпионате очень серьезный. Упор делается в первую очередь на физическую подготовку, ну и, конечно же, на психологическую. Потому что от того, как спортсмен будет готов психологически, и зависит его успешное выступление на соревнованиях. В учебно-тренировочном сборе принимает участие и 8 полевчан, у которых на предстоящем чемпионате России довольно неплохие перспективы. Да и все, кто приехал в Полевской на сборы, попал сюда не случайно. И нашим бойцам есть чему поучиться у сверстников из других городов. Я могу сказать, что здесь компания собралась хорошая. Значит, здесь ребята, те, кто является сборниками, значит, это и Никита Селянский из Красноярского края, тоже прошлогодний юниор. В том году на Европе, перед Европой он стал бронзовым призером. Его там немножко прихватили. Значит, Ваня Шмелев с Первоуральска. Значит, есть ребята, которые своим опытом, значит, делятся с нашими ребятами. И за счет этого наши ребята растут. Компания хорошая. Я думаю, что сборы проведем отлично. Ну, а уже правильно мы выбрали стратегию, правильно выбрали тренировочный план, покажет сам чемпионат России. Мне очень нравится. Я рада, что у нас многие приехали из разных городов на сборы, если они готовятся на фулл-контактный чемпионат России. Очень здорово, что мой тренер сейчас проводит также сборы, и я тут тоже присутствую. Ну а в дальнейшем я хочу также достигать высоких побед, чтобы мой тренер стал заслуженным тренером России. Тренировки весьма насыщенные и разнообразные. Этот сбор, определяющий и заложенные на нем навыки, должны помочь нашим ребятам удачно выступить на чемпионате страны и на дальнейших ответственных стартах.